стал совсем другим. Пришло время прощаний. Так отпусти же меня таким молодым и отчаянным. Всем привет! Сейчас я вам буду показывать вещь, которую я приобрел только что. Приобрел ее не в магазине, приобрел, скажем так, немного подпольно. Стоила она мне энных денег. В общем, приобрел эту вещь в целях самозащиты, потому что моя страничка ВКонтакте собирает по 2000 просмотров и привлекает внимание нежелательных людей, которые пишут мне всякую ерунду. Также в целях того, что мои конкуренты не спят спокойно и не дают спать мне, собственно. Даже приходил парень один в магазин со мной что-то разбираться, то есть сюда он оказался туповат, я его просто морально задавил, и он свалил. В общем, догадались вы или нет, не знаю, может быть, вам даже чуть-чуть видно, потому что камера обширная. Сейчас покажу. Это вот такая штука. Я выбрал именно револьвер, потому что мне очень нравится он. Он довольно-таки тяжелый. Я не знаю, как вам на видео. Вообще постучать бы. Довольно-таки тяжелый. Все по-настоящему. То есть он выглядит очень-очень настоящим, скажем так. Вот если вытянуть, он очень тяжелый. Его очень сложно держать вот так. То есть падает он. Так. Мне продавец сейчас пытался что-то показать. Сейчас я камеру вот так вот поставлю. Снимается барабан, тут патроны, и стреляешь. Довольно-таки крутая штука. Смотрите, как, смотрите, какой прогресс, как я научился. Сейчас. Такой. Давайте вот так покажу. Так, открыл. Он весь такой тяжелый, очень стальной. Когда вы, то есть, нажимаете на кнопку, барабан еще так прокручивается и выстрел. Сейчас попробую пострелять. Стрелять он будет вот такими пулями. Мне когда сказали, что они очень страшные. Пахнет очень странно порохом, будто. В общем, они вот такие вот острые. Как знаете, как от этой, как в тире, только тут носики заостренные очень сильно. Прям очень сильно заостренные. Мне кажется, если под кожу таких, сколько тут, 6 патронов, да? 6 патронов садить даже в ногу куда-нибудь, это будет крайне больно. Так что опасно я теперь. Я сейчас приехал с Настей в Икею, и мы будем покупать все для моего кабинета. Стол, стулья, всякие принадлежности, то, что мне понадобится, полки. Икея — это мебельный магазин большой, это все для дома. Настя меня уже начинает бесить. Все по правилам. Хожу по Икее, уже поругался с Настей 10 раз. Хочу вам показать комнату. Тут как бы вот так вот сделано все, то есть такая комната. Там детские кроватки, а это комната, ну, для парня. Тут вот все настоящее. То есть можно раз так, понравился стул, купил его 3200. Вот так. И шифонер. Вон гитара висит, но она без струн, наверное, вырвали. Она ведь как настоящая. Вот, в общем, все такое настоящее. И стол, и тумба, двухспальная кровать, диван. Можно посидеть, прилечь там, если хочется. Новое место для видеоблога. Четырнадцать тысяч, как с куста.
Вот все, что тут есть. Вот такая штука прикольная. И все это вышло в 14 тысяч. Представляете, 14 тысяч, это сколько в долларах? 250 баксов, короче. Ну, блин, в долларах это не так страшно звучит. Вот 14 тысяч, это прям страшно. Месячная чья-нибудь зарплата в офисе там. Просто жесть. Наступила зима. Уже снег. Вот у вас еще такого нет, наверное. У нас уже снег. Я уже нажал. Все, ничего не нажимай. Пострелять разрешили, в общем. Пойдем туда в угол. Вероник, ты отойди подальше, пожалуйста. Поближе давай. А, сейчас. Ну я ж туда буду стрелять. А вдруг у меня отлетит? Видишь, он тихий. Да, я выстрелю. На. Сначала зайди. Как да, 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 так, да, да. Или вниз? Вниз, вниз. Ой. Что там ноги там колеса? Да, на MacBook давай свет. Выключаем. Свет выключи. Стал совсем другим, пришло время прощаний. Так отпусти же меня таким молодым и отчаянным.